Всем привет, друзья! С вами Смакула и со мной моя любимая команда. Ребята, дайте шуму! Пацаны, сегодня мы снимаем челлендж, наконец-то, на суровое наказание. Ну, как минимум, здесь точно никто проигрывать не захочет. Пацаны, сегодня проигравшего мы просто превращаем в торт. Яйца, мука, молоко, все стекает, блядь. Пацаны, сегодня будет жарко, это я гарантирую. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал уже сейчас. Ну а посмотрим, кто проиграет, блядь. Поехали. Ну что, народ, а теперь быстро расскажем правила челленджа. Чтобы не выполнять наказание, надо всего лишь закрыть 5 простейших футбольных дисциплин, а именно пенальти, выход 1 на 1, лонгшот, гол головой и попасть по пустым воротам с центра поля. Тот, кто последним закрывает эти дисциплины, того благодаря яиц, муке и молока мы превращаем во вкуснейший торт. Приятного просмотра, мы начинаем, let's go! Пацаны, я начинаю, но как давно не было челленджа, аж по этим эмоциям соскучился. Просто пеночка, обычная пеночка. Забить, идем дальше, а там поговорим. Смакула бьет, смакула бьет. О, смакула, Саня! Красиво. Там баскетбол, тоже футбол. Пацанчики, футбол лучше или баскетбол лучше? А стиль-то одинаковый. А стиль-то одинаковый, чина. Пума. Здравствуйте, меня зовут Женя, я... Две пенальти. Спасибо за поддержку. Спокойно. Остаешься на пеночках. Пацанчик переволновался, первый челлендж все-таки. Я сейчас как чемпионата мира в флешбеке, но холоднокровно. Забиваю гол. Валик прямиком из Киева, уже школа пенальти там прошел. НСК Олимпийский. НСК Олимпийский, 8 мяча. Сюда ее, я иду дальше. Пацанчики, возвращаемся в челлендж. 2 месяца ничего не снимали. Ну сейчас пенку надо класть для уверенности первых. Кстати, ударю Рабона, скорее всего, чтобы разбавить контент. Там будет Рабона, посуду. Рабона будет. Ты думаешь? А, да. Денчик, а мы помним, когда Денчик пьет Рабона. Бля, вспоминаем ее. Вспоминаем пеночку против юниора. И не забил, ну, естественно, я говорил, флешбеки с юниором, брат. А ты сильно хочешь сегодня свои кутеряшки яйцами... Бля, ну... Давай, не будем ничего выдумывать. Даем простачка, забиваем и идем дальше. Я не хочу вот эти, чтобы волосики сегодня были. Они так потные, понимаешь, после тренировки. А, блядь, с яйцами вообще не то будет. Если Саня, если Саня забьет, я танцую твер. Воу, ты умеешь? The webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue. Воспитание. Это вот эта школа, понимаешь? Мой тренер сейчас смотрит и думает, блядь, как я не играл в основе. Тебя? Давай. Бля, я стесняюсь. Бери эту. У меня инвалидность, как у Рахима Стерлинга, блять. Если вратарь не будет выходить, придется простачка ударить. Получается. Делаем выпал. Положил вратаря на попочку и забил. Легко и просто. Ребят, сейчас без шоу, просто надо пенку эту закрыть, ну самое легкое, ну как так? Спокойно, сделал то, что должен был, переходим к следующему. Вратарь не во вратарский кричал. Что все будет? Ай, Карас! Спокойно, бля, вообще без нервов. Мне интересно. Оп. Не получилось, но ничего. Выход должен получиться.
Так, что мы сделаем? Надо что-то красивое. Интересно просто так забивать. Ну и, конечно, яйца на голову тоже не хочется получить. Поехали. Бажина. 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 Бажина дуется, дуется. Бажина дуется. Не вышло. Ребята, под рабочую, правую ногу ставим. Вспоминаем чемпионат мира. Уверенно, сборная Англии на штрафных забрала 3 очка. Вот так вот ставим, вот, на листочек, уверенно. И спокойно в ближний угол. Чего, блядь? Он никогда так не бил, я отвечаю тебе. Ставим по центру мяч, чтобы вратарь не знал, какой угол буду бить. Остаемся еще раз на один кружочек. Санечка, сейчас ничего не придумаем, на скорости, быстренько. Вот так, оп! Опа! Машина разбита! Иди ж ты сюда! Так, сейчас ничего не буду пиздеть, потому что пиздану и не попаду. Так, так. У меня второй выход подряд. Пора забивать уже. Смотри. Машина, блядь, прикинься. На последнем месте. Это браво. Коль. Пацаны, сейчас голова будет отлетать куда-то к соседям, туда вот. Ну давайте попробуем, блядь. Пока все идет. 3 из 3. Блять, макула просто безошибочно почти идет. Блять, ну там просто, я не знаю, был какой-то лучших. Кто головой забивал? Ван Перси. Ван Перси лучших времен. Валик Теличук за Black Sleep. Сейчас надо уже забивать, а то что засиделся тут. Вот. Ну, надо было сразу на силу бить. Идем дальше. Ребятки, это уже моя история, моя стихия. Так что я хочу как можно красивее положить. Я забью это по-любому. Надо об штангу перекладывать, что такое. Бля. Да выебывался, блядь. Не было! Не было гола. Я видел. Да? Да. Бля. Не верю, пацаны. Просто не верю. Так, тактика не спиздануть и забить не получилось. Поэтому сейчас пиздим. Одел футболку Лео Месси. Должен забивать. А это просто, ну, Лео Месси лучших времен. Левая ножка, правый... И рост. Правый вингер, футболочка Месси, левоногий. Сейчас как Месси. Против Ливерпуля. Месси! Блядь, просто, ну... Кара, где фирменная праздная, я не понял. О, блядь. Это вырезать надо. Пора догонять ребят. Надо элементарно исполнить. Блядь! Коваль! Что такое? Коваль, не башина! Сейчас флешбеки с игры против Катрана. Против Катрана, да, по-моему, я забил головой? Сейчас вколочу. Давай, брат. Давай. Понимаешь? Хочется. Он хотел такую подземную просто, типа, от земли головой. Нет, брат, я просто носом въебал. Это было, блядь, неприятно. Сейчас есть ощущение, что я разъебу все перекладины просто. Но я хочу продырявить этот мяч, чтобы Каракой не так радовался, что он. Почему ты не доходишь? Подземная же была нормально. Хочу сказать, что ну, Денч, если хорошо подаст, я хорошо забью. Если я не забил, значит Денчик его подал. Ты придурок, мне на пальцы наступил. А потом еще такой, на тебе еще, сука. Пока там удар, у нас первый скандал в Black Sleep. Ой-ой-ой, это Лео Месси. Это Лео Месси, блядь. Да давай, пошел.
Наконец-то! Я не буду праздновать всего. Мне еще забывать. Я сейчас... Пацаны, я диспетчерский уже не буду. Блять, что я сейчас? Я забыл, что я хотел сказать. Сука! Я настраивался 3 дня, блядь. Взял телефон и забыл. Ой, перекладина! Это... Сука! Пацаны, уже задержался на этой точке, уже головой хочу впечатывать, я еще ландшот не могу забить. Плёш! Чувствую, сегодня, ну, не мой день немножечко, но надо это все мастерством исправлять. Стоим на точку. Эти все там лузеры остались. Я думаю, ровненько по центру, вверх, спокойно. Все уверенно. Да, но! Сетки мяч! А нам не так надо. Мы с Ковальским и Жека сейчас куемся за последнее место. С Ковальским? Да, ну Ковальский, как точно. А он такой же умный? В смысле? Блять, если он с Ковальским, то это ж кипер. Я рядовой. А я... А ты отрыгиваешь. На. Вот этот дебил, когда... Да, да. Его, блять. На. Ребята, вот отсюда разбег берем. Это тактика. 100% забьем. Давай. Мы с Сашей на отдыхе. Смеешься или плачешь? Я в Корее где-то, блядь. Сука. Пиздец. Ручку тебе подать? Пацаны, с такими ударами я словлю сотрясение, и канал закроется, блядь, пока я не вылечусь. Блядь, я ненавижу удары. Ненавижу бить, ходить, бегать. Зачем сюда пришел? Охуенно он еще из-под перекладины вытаскивает. Пошло, нахуй. Главное быть расслабленным. Ну и пи***. Пока они не слышат, что кроме тактики, что даже с первого раза забивать сам. А сюда мяч? Ровно напротив ворот. 3 шага назад, 1 сбок. Еще раз, чуть пониже спустил. Чуть боком встал. И вот этой вот частью ножки так. Может, мы на кроссбар сыграем, я выиграл. Сидит. Догоняем, ребят. Пацаны, эта голова уже надо закрывать, бить, блядь, по пустым. И дай бог 75-го раза попадать и идти домой отдыхать, блядь. Иди отсюда, отсюда. Блядь, подачу дать не могут. Сука. Я лох. Все, уже нет никаких тактик, просто шлепаю на силу уже, как будет, так и будет. Тяло, блядь, тяло, Танечка. Иди. По-другому не вариант. Сейчас удар. И вратарь на месте. Да. Просто. Я ненавижу, блядь, дальние удары, пенальти и все вот это вот. Вообще, да, для меня вот, типа, знаешь, тяжелее паса, это прям сложно. Это гол? Это гол, да. Это гол. Это 5 ударов, пацаны, не надо мне хлопать, это стыдно, блядь. Подача! Удар! Гол! Вот оно, наконец-то, Айденчик, идеальная, как в игре, подача. Делал маркировочку, должны 2 из 2 класть. Вот оно, этот челлендж, эти те самые. Я голову. Ты можешь сразу дойти с первой попытки до конца и в итоге проиграть. Застрять. Мне кажется, Месси скоро в Роналду превратится. Он там ходит, рассказывает, бля, я не знаю. Я не верю в Бога, но Бог любит троицу. Я сейчас забиваю. Я забиваю.
Что тут вообще придумалось? Напоминаю. Главное сейчас попасть головой в ворота, а не в землю. Вот, я центральный отпущенный полузащитник, я не мог не сделать это с первой попытки. Передача точная в ножку, и все, я выхожу. Одновременно говорим «Эсеба». Раз, два, три. «Эсеба!» Все, я устал. Уже все вышли. Я первый все закрыл. Пришел на эту голову, знаете, такой уверенный профессионал, когда подписываешь контракт с топовым клубом, а потом сидишь на банке всю карьеру. Вот этот сезон твой, когда ты выходишь и просто тебя вот так вот поднимают на руках. Вот. Я же сказал, ребят, вот он, вот. Двое нас осталось на голове, еще не все потеряно. Я привык выживать, так что... Без слов, сейчас просто делаем это вряд. Блядь! Мама! Я ебану с другой стороны, это не то. Вот она, ребят, все, наконец-то мы закрыли эту голову. Уже там сотрясение второй степени, просто голова трясется. Осталось просто попасть по пустым воротам. Все? Все? Это чемпион! Все, моя голова остается в покое. Да твоя-то на мои волосы, посмотри, а потом что-то пиздец. Так мне ехать на 411. Так ты у меня мог бы помыть, если что. Да стой в воротах, нормально. Иди сюда! Саша! Пидорас. Дэн и Коваль. Казалось бы, два самых сильных футболиста. Ебать! Один Божина, другой, там все говорят, самый лучший игрок Блэк Слива. Две Божины. Я бьюсь не только за себя, а за вот эту эмблему. Ребяточки в Лиге Чемпионов просто показывают, что такое Украина. Я тоже сейчас должен показать. Давай, Вал! Давай! ДНР гол! Бля, что ли, лузер или что? Видим эту подачу. Ой, блядь! Коваль! Бля, он головой бьет, просто сдуреть можно. И все равно не забивает. Последний удар и заканчивает это мучение, эти волнения. Просто я не знаю, если бы я еще могу проиграть. Как я буду ехать домой, просто меня мама, ну, веником просто под стол сразу, под кровать. Уходи отсюда, блин! Пошел он! Поэтому сейчас должны на мастерстве с тобой решать. Неужели мы Коваля? Стоп! Добрый день, Косёв. Да, проебал. Сейчас без радости, потому что, ну, братанчик проиграл, обидно, конечно, за него. Ну, тут или я, или он, я выбираю сюда себя. Все, блядь! Самый сильный остаюсь. Все. Рассказывай, все, как все. Эмоции. Я считаю, просто на выходах чуть про
Что сделал? Поэтому и проиграл. Ребята. А так просто не повезло. 4 штанги вроде или 3 собрал. Кто мог подумать, что мы будем... Нет, я не знаю, что мы... Сделать торта из бажины просто. Торта из бажины. Торта из бажины. Ты людей боролся, понимаешь? Ребята, буквально для вас секунда, для нас там минут 10, и мы перемещаемся вон к тем деревьям. Ай, вкусненько. И там вот весь этот смак просто окажется на этой голове. Надеюсь, торт будет вкусный. Поехали, да. Аккуратно. Есть. Какой будет? А представиться, блять, рассказать, что происходит. Да, все знают, ребят. А траве этот аккуратно. Держишь? Ты покажи сначала, сколько это молоко стоит. Давай. Ребята, легендарное молоко стоимостью 7 гривен. В 2 раза меньше, чем проезд от поселка в центр. Подожди, скоро последует. Яйцо. Сначала яйца, потом молоко. Смотри, он первый. Он первый одноится, потом я, потом ты, потом он отдает. Рецепт какой? Об голову, да? Ребята, только наклонись. Ребят, рецепт приготовления бажины. Ой, блядь, поехали. Только наклонись вперед. Ай, куча. Давай, поступай. Я ему там яйцо добавлю. Ой-ой-ой. Сука. Ай-яй-яй, пацаны, не пацаны. Еще, добивай. Мне тоже надо спросить. Один. Ну что, Смакула, ну челленджу надо жертвовать. Это сука. Покажи. Сука. Да. Сахарный лес. Блядь, тесто. Таня, как ты говорил, стекать будет все, блядь. Отлично. Ребят, нахера мы это здесь? Не, иди на. Я думаю, будет. Ребят, а теперь на 30 минут в печень. Поставьте на бухать. А нафига мы это здесь сделали? А где наркоманы не найдут свои? Что сделать? Все, next challenge я обязан буду выигрывать. И кому-то надо уходить из вас троих. Потому что... еще вытирает. Это что, тряпка или что? Сука. Штанишки. Они так уже порваны, Саня, ну что там делать? Ой, боже. Сука, дети в Африке голодают, они меня обливают, блин. Ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ковалю привет. До следующего челленджа. Пока. Пока.